Мне интересно, что у меня по итогу получится. Самое главное, всем привет, и сегодня будем в моей душевой. Здесь совмещенный санузел вместе с туалетом, и мне нужно навести порядок, даже, наверное, генеральную уборку. И в первую очередь самые грязные места, я думаю, что это душевая, в которой есть налет. Надеюсь, я смогу навести порядок, хотя сейчас не сильно видно, но снизу очень-очень грязно, я вам покажу. На этих полочках тоже нужно навести порядок, потому что остаются следы от воды, белый налет и все, что с этим связано. Я думаю, что вы сами сейчас видите фронт работы. Зеркало, кстати, тоже нужно почистить, раковину, ну, все, что есть в ванной комнате. Самое интересное то, что я буду сейчас засекать секундомер и посмотрим, за какое время я наведу порядок в ванной комнате. И мне интересно, что кто-то из вас вообще догадается, ответит правильно, за какое время я справлюсь со всем этим фронтом, так скажем, работы. Страшно нажимать, приступаем. А пока я навожу порядок, давайте вы в комментариях напишите, как вы думаете, за какое время я все-таки управлюсь. Ну что, я уже все. Секундомер у нас примерно. Давайте нажмем на стоп. 48.31. И это при условии, что я перекладывала камеру, брала разные тряпки и так далее. Я ни разу не ставила на стоп. Примерно 48 минут на уборку в ванной. Я запустила стирку с полотенцем, и мне осталось, как только выключится стиральная машинка с полотенцем, запустить вот этот маленький коврик. Вот коврик я еще не постирала. Напишите в комментариях, кто догадался, а кто нет, кто правильно догадался, хотя бы примерное время, и за сколько времени убираетесь лично вы.